Меня зовут Александр, я из Калининграда. Случайно абсолютно попал на вот эту практику Випассана к Сергею. И в первую очередь я хочу сказать спасибо Сергею. Просто это, не знаю, такой необычный учитель, мастер по йоге. То есть, ну, я таких не видел, ну, не встречал, да. Во-первых, уровень такой прям мощный. И то есть это не как работа для него, а как вот прям жизнь. То есть он делится своей энергией со всеми нами. И, ну, это очень так необычно и, ну, интересно, и прям ценно, ну, для меня, и, надеюсь, для всех. Вот. Также хотел всех поблагодарить, сказать, что мы, в принципе, такие необычные люди, то есть из там 1,5 миллионов людей, которые сейчас там в Калининграде, там только 12. Такими вещами вот занимались, то есть все молодцы. Вот. И по поводу, такая еще у меня было ощущение, что вот мы здесь 2 дня, но у меня такое чувство, что мы здесь намного больше, там, ну, как-то время растянулось, оно так замедлилось. То есть когда ты вот в ежедневной такой суете живешь, оно наоборот сжимается, то есть пролетела неделя, а ты ее не помнишь. А здесь буквально 2 дня, такое ощущение, что мы здесь там неделю или месяц, то есть такое чувство классное, то есть, ну, наполненность такой жизни. И еще момент такой, тоже ощущение внутреннее, то есть у меня один из запросов был такой, от каких-то мелких вот зависимостей избавиться, ну, там, кофе, сладкое, алкоголь по выходным, да. И здесь я себя поймал на мысли, что когда вот ты спокоен, ну, ум спокоен, тело, тебе даже этого не хочется. То есть, ну, то есть это тоже такой важный момент. И если вот это спокойствие постоянно в себе сохранять, наверное, да, то это, ну, не будет там, не будет этого в твоей жизни, да. И еще момент по поводу вот практики и самой вот йоги, да, то есть я когда сюда ехал, я думал, что это просто будет молчание и все, то есть вот, ну, по большей части, а тут прям полноценный такой тренинг по йоге, и столько разных мы получили знаний, да, ну, как бы начального этапа, в принципе, каждый блок ты можешь в себе вот как росток такой развивать. И что тебе ближе, потом там, ну, прям вот по этой практике заниматься постоянно. Ну и такое еще пожелание, что в принципе вот эту вот практику, да, и работу, вот эту групповую с Сергеем я абсолютно там рекомендовал всем своим там друзьям и знакомым, то есть это очень круто, ценно и полезно. И обязательно, конечно, я, ну, поучаствую там в других городах в будущем, один и с женой, то есть это обязательно. Вот. То есть очень круто было, и спасибо, Сергей, и всем спасибо тоже за компанию. Спасибо.